Привет, дорогие друзья! Если вас замучили мухи и вы не знаете, как с ними бороться, поделюсь сегодня с вами супер-классным способом, как избавиться от мух раз и навсегда. Если вам не помогают всякие липучие ленты, там, я не знаю, аэрозоли, этот способ для вас. Все, что нужно для него, есть у вас дома. Но поверьте, сделав этот способ, вы забудете про мух раз и навсегда. Что нам понадобится для этого способа? Это обыкновенный полиэтиленовый пакет. В него мы будем заливать обязательно воду. Так что я рекомендую, делайте как я. Сначала залейте воду, проверьте, не протекает ли он. Берем пакет. Берем 5 монет. Ложим в этот пакет. Есть. И наливаем воду. Готово. Нам нужно где-то 0,5 литра воды. И наши монетки остаются на дне. Завязываем этот пакет. И все, что нам нужно, нам надо будет его подвязывать. Берем, я вот взял для наглядности вот такой шнурок, но вы можете взять обыкновенную нитку. И теперь нам нужно вот этот пакет повесить там, где у вас больше всего мух. То есть там, где окна, входные двери, но я вешаю возле входных дверей.